Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале питомника Марии Мистик. Сегодня 31 марта 2020 года. И мы будем, как обычно, показывать вам наших девчонок, дочек Зеона и Министра. Видите, что делает шоколадка? Она пузиком кверху кусает за ножку пятнышко. Белоснежка кусает... Так, нет, шоколадка кусает Белоснежку за подбородок. А Белоснежка за ножку кусает пятнышко. Вот что они делают, чем заняты малыши. А я сейчас буду предлагать малышам консервы, которые я купила сегодня в зоомагазине «Золотая рыбка». Подробный обзор моих покупок можно посмотреть в плейлистах на канале нашего питомника. Я показывала и рассказывала, что есть в нашем зоомагазине, что я купила. И сейчас мы будем с вами смотреть консервочки, читать состав и предлагать малышкам. В составе... Господи, мои сладкие позевуни, они спали. Девчонки у нас спали. Так. Что же я купила в зоомагазине «Золотая рыбка» сегодня? Я купила вот такие консервочки от фирмы «Биоменю Папи», говядина и индейка. Выпускают эти консервы Московская область, город Наро-Фоминск. В составе 95% говядина, 5% пробиотики, витамины, льняное масло, 0% зерновые. Поэтому я не боюсь предлагать их вот таким щенкам, которым у нас месяц недавно исполнился, так как, собственно, ничего тут катастрофически страшного в составе нет. Немножко у меня почему-то камера не хочет фокусировать сейчас. Так, давайте мы посмотрим, что у нас тут в составе этих консервов. Мясные консервы для собак, фирма «Биоменю». Не содержит сои, ароматизаторов, искусственных красителей и ГМИ. Консерва с говядиной. В составе говядина, рубец, сердце, субпродукты мясные, топинамбур. Это источник пробиотика инулина. А также яичное масло, источник омега-3, омега-6 и кислот. А также ламинария, натуральная желирующая добавка и соль, витаминно-минеральный комплекс и вода. В 100 грамм продукта протеина 10, жиров 7, углеводов 4, клетчатка 2, зола 2, кальций 0,28%. Ничего страшного и катастрофического для щенка я тут не вижу. Если... сравнивать две консервочки. Вторая у меня на пробу, я брала эти консервы. До этого я такие не покупала. Консерва от фирмы «Биоменю Папи» индейка. Также 95 мясные консервы индейка, пробиотики. И единственная разница в составе. Здесь индейка, субпродукты мясные, топинамбур, льняное масло, ламинария, натуральная и желирующая добавка, соль, витаминно-минеральный комплекс. Но чисто внешне выглядит это так. Вот это говядина, вот это индейка. На мой взгляд, в говядина получилась более постная, поэтому я сейчас ее буду предлагать нашим девчонкам. А индейку я предложу их мамочке Зеоне, так как мне показалось, что в ней больше то ли бульона, то ли каких-то добавок. Ну, посветлее, понятно, индейка от говядины так и так будет отличаться внешне. Поэтому все-таки я сейчас девочкам в баночке 100 грамм, по-моему, я читала. Да, 100 грамм. Вес баночки 100 грамм, цена 49 рублей в магазине «Золотая рыбка». Не брала, но так как собачкам, млекопитающие наши собачки, говядинку они... любят паштеты такого плана. Я давала Royal Canin Starter Mini, поэтому мясные продукты они уже пробовали. Они кушают сухой корм и почти уже не сосут маму. Так, ну, так скажем, сосать они ее, конечно, сосут, но молочка-то у нее там навряд ли есть. Ну, как всегда у нас
первый дегустатор, это, конечно же, Белоснежка. У нее с аппетитом вообще все на ура всегда. Вот, но шоколадка-то от нее не отстает, она вон и на пузе подползает. Пятнышки, они у нас вообще всегда такие спокойные плюхи, но все-таки что-то ее там заинтересовало. Я нисколько не сомневалась, что мои девчонки будут это все кушать, потому что они уже интересуются даже вот этими натуральными вкусняшками, которыми, как вы видите, засыпан у нас весь манеж. Сюда их притаскивает мамочка Зеона. Это натуральные вкусняшки, которые мы покупаем в ветеринарной клинике, в нашей, в которую обращаемся. Это свиной пятачок натурального сушения, без консервантов и химикатов. Это трахеи. Я просто для щеночков беру маленькие. Это все сейчас сгрызть маленькие щенки, конечно, наши не могут. Но мама им сюда таскает, поэтому они это с удовольствием все облизывают и пытаются жевать. Это бычий корень. Ну, в общем, в принципе, я это все рассказывала и показывала в отдельном видео, какие вкусняшки мы даем своим девчонкам и мальчишкам. Ну, как вы видите, хорошая реакция на мяско у наших малышек. Шоколадка и Белоснежка, они всегда у нас в первых рядах. Пятнышко у нас спокойная девчоночка, она вот лежит и думает о чем-то, как всегда. Ну, Шоколадина хвост морковкой, она умница у нас. Она кушает хорошо, прибавляет хорошо. И я жду, не дождусь, когда она догонит и обгонит своих сестренок по размеру и по весу. Очень может быть такое. А еще я сегодня купила от золотой рыбки в магазине вот такой фирмой Фертпласт за 340 рублей бутылочку для кормления щеночков. Да если у мамочки нет молочка или не хватает, и приходится кого-то подкармливать. Вот, например, таких шоколадок. А выглядит она вот таким образом. У меня есть бутылочка Royal Canin, которую я покупала вместе с молочком от фирмы Royal Canin. Я уже делала видеообзор и показывала. Такой бутылочки у меня не было, но она твердая. Здесь шкала, значит, от 12 мл до 50 мл. Пробочка похожа прямо на пробочку от лимонада. Сосочка, тут две сосочки, не сказать, чтоб мягкая. То есть по качеству она мне вообще не нравится, прям скажу. Если честно, я ее покупала из-за того, что в комплекте идут две сосочки. Вот эта сосочка помягче по размеру. Они без дырочек, дырочки надо прокалывать самим. Она помягче, возможно, она получше. Ну, не знаю, тоже такое даже для маленького щенка. Не такая уж она и маленькая. Вот. Почему купила набор, честно скажу, из-за этого ёршика, который был в комплекте за 340 рублей с этим набором. Мыть бутылочки. Вот моя бутылочка от Royal Canin, она мне очень нравится, но там такого ёршика нету. И я все собиралась его купить отдельно, и все руки не доходили. А здесь, думаю, ну пригодится. Например, можно в этой бутылочке использовать ее как мерную емкость, разводить молочко до такого, ну, сколько надо молочка. А кормить люблю я все-таки инсулиновыми шприцами без иглы, потому что на них также есть дозатор, можно точно рассчитать, сколько. О, наши пятнышки пошли кушать. Вот, поэтому такую бутылку она имеет право быть для разведения молочка. В ней удобно развести, прокипятить, это все кипятится, промыть ее этим ёршиком. И кормить с инсулинки. Я не знаю, у меня как-то вот никогда не получалось. Может быть, у меня ручки не из того места растут. Никогда у меня не получалось кормить щенков из этих бутылочек. Многие бутылочки очень твердые. Многие имеют сосочки не очень удобные. Поэтому, собственно, много лет мы кормим с инсулинки. Бутылочки, да, я покупаю разные, пробую. Пока вот идеально и лучше является бутылочка Royal Canin, там действительно такая мягонькая сосочка. Ну, не знаю, мои как-то неплохо с этих сосочек едят. Ну вот, а консервы нам пришлись по вкусу, поэтому с индейкой все-таки мне показалось, она немного как пожирнее, или может быть это обманчивый внешний вид из-за того, что она белое мясо индейки, говядина более такая вот
больше видно, что тут кусочки говядины. Запах обалденный. Пахнет, знаете, если брать какой-то человеческий для себя паштет, который мы на булочку намазываем, мясной там или птичий, вот примерно такой запах. Очень даже аппетитненько они пахнут. И девчонкам понравилось, как вы видите. И если бы я кормила своих собак, так скажем, таким смешанным питанием, которое, в принципе, не запрещается врачами, при кормлении сухим кормом, на ночь давать сырое мясо, то вот, скажем, для малыша такая консервочка здорово, потому что я ее буквально немножко размяла в мисочке просто ложечкой. И мне не надо ничего резать, варить, обрабатывать. И здесь все-таки добавлены еще и витамины. Ну, просто удобнее для людей, кто работает, например, или занят. Такой готовый вариант. Опять-таки здорово то, что можно таких баночек приобрести несколько и поставить их просто в кладовочку, и они у вас дома есть, и они всегда под рукой, и на ночь, например, или утром с ночи покормить своего щеночка, а в течение дня пусть он кушает сухой корм. Я таким образом кормлю, ничего катастрофического я в этом не вижу, врачи это не запрещают. Я не делаю, так скажем, мы с вами прочитали состав этой баночки, там нет зерновых, то есть там нету ничего, кроме мяса и субпродуктов, которые собаки как млекопитающие, это, в общем-то, их естественная, нормальная пища. Наши щенки уже не подсосные. Молочко, то, что вот они маму подсасывают, это больше, ну, скажем, память, чем молочко. Откуда там у нее уже молочко? Ну, вот у нашей Зоны сисечки пустые, но она периодически дает детей. Бывает, конечно, мамочки, которые кормят подольше. Вот. А так у нас стоит сухой корм, который я не размачиваю. И в автокормушечке, и просто в маленьких кормушечках, и водичка. И рядом побольше размер. Это мисочки для мамы, для малышей поменьше размер. Вот, поэтому при питании сухим кормом врачи ветеринарные не запрещают давать говядину на ночь, например. Ну, я сейчас предложила. Девчонки покушали, и, как вы видите, на троих 100 грамм они не съели. То есть, если бы у меня был один щеночек, я бы, скорее всего, дала бы, может быть, 1/3 этой баночки. И нам бы тут хватило на всех. Шоколадик, ты что сегодня у нас? Вот смотрите, что она делает. И опять кусает пятнышко. Кверху пузиком и кусает пятнышко. Принцесска ты маленькая. Очень красивый окрас у шоколадки. Смотрится очень эффектно, потому что очень контрастно. Она вся такая темная-темная, с резким переходом вот в это белое. И по белой лапке у нее там еще и крапушки. Красиво смотрится. Я понимаю, что камера это все не передает, но в жизни я вот поэтому описываю это все словами, что я вижу на самом деле, без искажения фото и видео. Белоснежка с паточки. Пятнышко всегда с паточки. А шоколад всегда воюет. Бойцовый шоколадный малыш, хвост всегда морковкой с этим белым кончиком очарования. Девчонки открыты для резервирования. Мы находимся в Санкт-Петербурге. Если вы не подписаны на канал нашего питомника, приглашаем подписаться, чтобы не пропустить новые видео, которые, возможно, будут вам не только интересны и полезны. У нас видео на разные темы. Ежедневно выходит несколько видео о жизни наших питомцев. Можно сказать, мы стали уже влоговый канал о жизни собачек породы чихуа. Если вы так же, как и мы, любите животных, приглашаем подписаться на канал нашего питомника. У нас видео не только про собачек породы чихуа, но и про грызунов, которые живут в нашем доме, и про улиточек, и про рыбок. В наших видео мы рассказываем и показываем, как мы ухаживаем за животными, чем мы их кормим и многое другое. Кто подписан на наш канал, оставайтесь с нами. До новых видео и до новых встреч на канале питомника Мари Мистик.
Здоровья вам и вашим питомцам. Не забывайте девчонкам ставить лайки. Они стараются, показывают, как они хорошо кушают, как они весело играют, как они сладко спят. Шоколадка-хулиганка растет у нас. Она уже пятнышко довела, теперь она Белоснежку доводит, хотя Белоснежка вроде засыпала сладко. А сериал о жизни этих девчонок будем вести с вами долго-предолго. Это им еще только месяц. Пока девчонки месяц еще будут расти у нас до продажи, пока мы им не сделаем первую прививочку, ежедневно будем снимать все изменения, все новости в жизни наших девчонок. Будем показывать и рассказывать, как они меняются. Будем производить регулярные взвешивания, как и делали это на протяжении целого месяца, вот уже больше месяца. Буквально с первых часов их жизни мы ведем видеодневничок наблюдения за ростом и развитием трех сестренок, которых уже между собой, с подписчиками моего канала, мы назвали такими домашними именами по окрасу девчонок. Шоколадка, Белоснежка и Пятнышко. Конечно же, это их просто такие домашние ласкательные имена. Конечно же, у каждой девчонки скоро будут имена длинные для документов. Ну и имена, которые придумают их будущие владельцы, они могут отличаться от того, как мы их называем, потому что, в принципе, это просто, ну, скажем, прозвище. Кое-кого можно переименовать уже в полкиложку, кого-то в хулигана, кого-то вон в сплюшку, в зависимости от поведения. Видите, какой у нас шоколадик бойцовый растет. Маленькая, родилась 70 грамм, а вот совсем недавно уже достигла веса в 500 грамм. Представляете, какая разница? В первых видео, какая она была крошечная, она и сейчас меньше сестренок. Какая заводная и боевая. Сестренки уже собираются спать, уже и глазки закрыты у всех. Даже у Белоснежки, которая вообще у нас самая подвижная и любит носиться по комнате даже в гордом одиночестве. А шоколадный карапуз хочет играть. Ее очень бесит, что в этом манеже разные сеточки вот с разных сторон. И она видит, что туда вроде бы можно выйти, но ей туда не выйти. Она так злится. Но, кстати, за последние дни они у меня стали меньше почему-то ругаться. Когда они были помладше, ужасно они ругались постоянно. Если что-то кому-то не нравилось, сразу это все выражалось рыками, гавками. Особенно шоколадка. Она молча вообще не передвигалась. Она все время высказывала все свои фе, все, что она думает. И очень громко это все было. Сейчас они как-то более молчаливые стали. Вот такие изменения происходят в жизни наших девчонок. Если не делать вот такие видеозаписи, об этом в скором времени уже и не вспомнить будет. Смотрите, какая маленькая шоколадка, какого мишку большого переворачивает. Отгрызает ему сердечко. У Мишки там сердечко на груди пришито. И почему-то шоколадке оно не нравится. Куда вы побежали? Все спать, а вы бегать, кусать меня. Сегодня они очень потешно играли вот с этим поросенком резиновым. Да, да. Потя, потя, потя. Она куда-то пошла. Вот видите, вышла из манежика, будет какать сейчас.
лапки разъезжаются, крутится, вертится. А девчонки спят. Буду приглашать их маму пробовать консервы. Нисколько не сомневаюсь, что ей понравится. Раз уж малышкам это все понравилось. Но шоколад тут дело делать собирается большое, серьезное. Не будем ей мешать. Ну, давайте на этом будем прощаться. Девчонки сладко спят. Сейчас мы запускаем сюда маму и предлагаем ей попробовать консервочки. И до новых видео и до новых встреч. Не пропустите новое видео, обзор из зоомагазина «Золотая рыбка». Надеюсь, вам понравится. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии.